сыграли грамотно. Нам, в принципе, было очень много моментов. В первом периоде, во втором периоде просто сами видели, шайба просто не шла в ворота. В принципе, переигрывали соперника во всех аспектах. А в третьем дотерпели, правильно, что не пошли на авантюрные какие-то действия, сыграли грамотно, использовали свои моменты, забили, потом выстрелили, здорово сыграли в обороне, поэтому, в принципе, все четко, все грамотно. Свою заброшенную шайбу как прокомментируете в тот момент? Ну, там чисто действия партнеров, отличный пас от защитника, отличное представление от Сани Кадейкина. Вообще, всю игру, в принципе, мы сегодня, мне кажется, даже тройки, наверное, играли больше, чем на один гол, наверное. Если так смотреть, моментов было очень много, поэтому, надеюсь, в следующей игре будет. В общем, мы везут больше, поэтому надеюсь, забьем больше. Больше моментов будем использовать. С реализацией пока немножко проблем есть. В общем и целом, вот этой домашней серии довольны? 5 матчей? В принципе, да. Ну, я не знаю, что вы имеете в виду. По качеству игры или по результатам именно? По качеству игры, по результатам, по всему. Ну, сейчас все равно начало сезона, какие-то моменты еще не до конца получаются. Сами видите, там немножко есть какие-то аспекты, проблем, поэтому... Сыграли хорошо, завершили сейчас на позитивной ноте, будем готовиться к выездной, надеюсь, там возьмем все очки.